Всем привет, друзья! Как многие из вас, наверное, знают, Дивком зачем-то перенес мусорку вот отсюда на парковку вот сюда. И с тех пор она уже почти неделю стоит неубираемая. Сегодня люди писали в чатах, что мусоровоз не может сюда заехать, развернуться там, т.д. и т.п. У меня вопрос вот тем гением из Диском сервиса, которые переносили сюда зачем-то мусорку. Во-первых, зачем? Почему нельзя было перенести ее куда-нибудь в середину парковки, я не знаю. Чем это объясняется? И когда будет вывезен этот мусор? Если мусоровоз сюда не может приехать, для чего ставить здесь мусорку? Вот вы вообще головой своей как думали? Объясните мне. Очень резкий, как понос. Ездят у нас водители некоторые. Жду ответа. А лучше уберите мусорку и не позорьтесь.